Друзья, всем привет! После заездов Хаябусы с Диманом, Субару мы обозначили, что это самый быстрый мод в городе. Кто-то там стал рассказывать, то, что нет. И, ребят, ну приезжайте, кто? Вот, типа, хотите оспорить, приезжайте. По факту отозвалось 3 мотоцикла, еще 2 сегодня приехали. Сейчас приехал сегодня Джиксер. Ямаха R6, но мы сами понимаем, что это не конкурент особо. Вот сейчас Джиксер, какое это поколение? Какое поколение мод? К5, да? Stage 2, она, то есть отшита, нулевики и выхлоп. А сколько сил выдает? Я не мерил, но так же 180. Отлично. С кем-нибудь катался на ней? С литрами пробовал вообще? Или у тебя до этого, как ты говорил, 750-ка была, да? Ну, разница колоссальна вообще. А колоссально после какой скорости? Или сразу? Сразу. И низа уже ощущается, да, хорошая? Низа в основном. Ну слушай, тебе сегодня конкурент Хаябуса, BMW M3 и S1000RR. А поколение, я так понимаю, примерно как по годам и у тебя. Поэтому сейчас с места едете туда, обратно. От нас же можно ходами в эту сторону. Едем ходами до этого куста, где я стою. Дальше уже не топим, отбрасываем. Смотри, с места едем от того куста, мы сейчас подойдем до той посадки. Обратно вы разворачиваетесь, едете, ну, примерно от нас, на счет 3, там сами как согласуете, стартуете. И также до этой посадки, туда не мчим, не надо, то есть небезопасно туда ехать дальше, да. Все, мото готовы? Все, тогда подъезжаем туда. Не знаю, ребят, я, конечно, понимаю все, но Хаябуса свежая, она Stage 2+, плюс у него валы стоят, они более злые наверху. Нулевики, выхлоп, выхлоп весит 6 килограмм, заводской 20. То есть мод полегче стал, но он все равно он тяжелее, сам мод. В 200 сил с колеса, и водитель весит 120. А на мотоцикле, это считайте, он едет с пассажиром. Это очень много. Это очень много. Так, ребята, готовы? На счет 3. 1, 2, 3. Вообще все. Но сейчас будет более, знаешь, на Хаябусе и шифтер есть, и ланч есть, но он без ланча стартует все равно. Интересно, сейчас поедет еще сходу сюда. Поедем чуть туда вперед, чтобы было понятно. Хаябуса быстро, ребят, я вам говорил. Вся надежда вот на BMW сейчас приедет и на Димана. Почему Диман заезжает, смотрим, потому что некому, не с кем заезжать. Если у вас быстрая тачка, пацаны, ну отзовитесь, приедьте. BMW едет очень зло. Я не знаю, кто ее вообще может проехать. С ее доработками и всем остальным. Может приедет какой-то корч, но он так стабильно долго съехать не сможет. Поэтому любые заявки принимаем. Диман готов стать с кем угодно. Вообще с кем угодно. Бэха настроена, едет. В следующем сезоне она только быстрее станет. Поэтому шанс успеть только в этом сезоне. У нас, говорят, в городе есть RS7, очень быстрая. Низкие 4 якобы едет. Но пока мы ее достать сюда не можем. Я так понимаю, они ходом сейчас будут заезжать. Ой, ох, блядь, очень тяжело. Когда вот так пролетают. Вот это эффектно было, когда он шел, да? Как будто ракета какая-то идет. Ходом нормально все было? С места еще.
позволю. Еще раз, давай, давай. Давайте с места отсюда сделайте. Закрепим. Знаешь, с места. Там я... Ты снимаешь? Да. Ну, ладно, не буду. Готовы? Готовы? Раз, два, три! Видел литровый, нет низа. Видел, что происходит? Да. Литр 300, он сразу поехал. Даже делал не фальстарт, он просто прибавил газа и уходит. А 1000 РР едет Хаябусу порвать, да? Да. Что думаешь? Я тоже думаю, что-то на очень. Не, ну не спроста. Когда просто сидишь дома и смотришь ролики, всегда кажется, что там что-то не едет, что-то не быстро как-то, что-то так себе. А когда вот тут за рулем сидишь, тут все по-другому совсем. Просто понимаешь, когда я предложил, в группе написал, говорю, кто? Пишут многие, а приехали единицы. Вот два мота и то с города с нашего. Один со Сколы, он не на тот отозвался пост, а просто он хотел все приехать. Mm. Вот. Так, обратно заезд входом. Диман, ну это очень много. Ну, это очень много. Расстояние сейчас был отрыв, согласись? А, ты имеешь в виду это? Между ними? Это пи***ц. 8, второй раз сотка. Сотки ехали? Вторая сотка. Передача, да, оба мота? Ну, у меня на второй, у него не знаю. Видно с места низа. Подставляют, да, этот мот. Хаябусу трогаешь ты и пошел вообще и пи***ц. Ты даже ее не разгазовывал, просто старт и все. Ну, обычно, да. Да. И проехали пи***ц сейчас очень быстро. Ну что, друзья, 640-я Бэха Stage 3, 460 сил, полный привод против Yamaha R6. Шестисоточка, 16 плюс 1000 оборотов, поедут на километр, чуть больше 1/2 мили. Так, готовы? Раз, два, три! Вообще ровно идут, а? Вообще ровно идут. Вот там немного, но корпус автомобильный, ну 1.5. Видишь, но он в передачу не попал. Сколько Бэха? 280 едет. 260, 270 она едет. 280 едет, мотоцикл может и не достать. Да? 600-ка, она не едет 300. Она 260, 270. Она не едет 300, 600? Нет. Блин. Она никогда не по... Любая 600-ка не по... Я не знаю. Мот, откати, пожалуйста. Ровно вообще пошли. Ну что-то очень близко. Не, мот впереди. Не, ну Бэшка неплохо проехала. Но это ходами заездишь, правильно? Не знаю. Скорее всего, это ходами. Мне кажется, да, потому что он сразу, видишь, начал Ямаха забирать его. Так, Диман, тебе надо гнать. Ты сейчас заедешь с литровым, а потом Андрюха заедет с шестисоткой. Какой результат? Туда и обратно, когда туда ехал. Он меня взял, оттуда. Оттуда ты его вообще не догнал даже? Ну, на максималку не взял его? Там? До нет. Финиш не взял? Туда нет. У меня вторая, у меня вступление. Я видел, да. У тебя... А оттуда вы тоже с места поехали? Да, да. Ну, а тут ты его прилично привез. Ну, блин, интересный результат. Я думал, ты его все-таки доберешь потом. Но, видно, уже тяжело мотоцикл ехать на максималку, да? Ну, скорость уже там на финише 250 была. И он 600-ку, он как в стену на ветру упирает. Уже тяжело. Не едет. Я понял. Знаешь, что удивительно? Очень много кто писал, что ты ездишь... Имеешь мод мертвый, Хаябуса не едут. А по факту, вот приедет сейчас со Сколы парень, и то он просто хотел с BMW заехать. И я ему сказал, с Хаябуса катнешь. И наши ребят. Все. Где все те, кто писали? Вот. Я даже не рассчитывал, что Хаябуса объедут. Не, просто по интересно, для сравнения показали. Но опять скажут, у тебя не едет, тут у других Джиксеры самые быстрые, 100%. Так и будет. Хаябуса отдерут. Да. Нету, никого не стало. Ну, диван в квартире, он непобедим. Они самые быстрые. Они и на квотер пуляют хорошо, и ходами, блядь, они, у них аэродинамика прекрасная, понимаешь? А если пульт в руках, пфф, какая Хаябуса, блядь. Ну что, друзья, М3
Диман G80 Stage 2 2 Performance 750 сил. Самая злая карта против Джиксера литрового Stage 2. Так, пацаны, готовы? Раз, два, три! Просто ну, нет уже, блядь. Вообще, я развернулся, ее уже нет. М3 едет, блядь. Да, он не догнал. Самый основной вопрос с ходом. Не знаю, думаешь, не догонит? Ходом? Да. Не, а ходом он должен, по идее. Должен, да? Должен ходом. С места нет, а вот ходом, я думаю... Он ехать начинает 1007-8 мотоцикл. А вот 600-ка? Это где-то с десятки. О, до десятки, то есть тяжело на ней. Да, вообще. А вы как? Раз BMW так работает. Тоже видишь. Ух! Блять, нашла коса на камень, да, нахуй? Сколько было слухов, что... Ну, это не 60 килограмм пилот. Ну, и не 90. Да, и не 90, да. Килограмм 78-75. Как маньяк. Мне кажется, он бросил. Надо перезаехать им. Им надо перезаехать. Добрый день. Как добрались? Потихоньку. Что за аппарат, расскажите? BMW. S1000RR это до рест предыдущего поколения, да, или как? Это рест первого поколения. У Влада такой же? Нет, у Влада следующее поколение. Но тоже такие разные фары. Симметрия, наоборот, у него глаза. А, то есть это еще есть типа рестайл еще этого мото якобы, да? Да. Угу. А что по доработкам? По доработкам? Да, в принципе, ничего, трасса стоит. Нулевики и чип? Кованые колеса. Ага, ничего себе. Сколько весит? 190. 190 килограмм. Отлично. С кем заезжали? С М3 заезжал. G80 нового поколения, да? Да, новую, но она не на спирту, как у вас. А, понял. Мод впереди. А мод сильно взял. А мод сильно взял. Это не Хаябуса. Ну сейчас он с Хаябусом будет ровно. Они с Хаябусом ехали? Да, мод ездил с Хаябусой, и Ямка ездил с Хаябусой. Варя, а вот этот мод с Хаябусой ездил? Да. Это он ехал, Хаябус его объехал? Да, и сильно. Хера себе. А по моторам у них есть разница в двигателях? Вот у Влада, у него другой же мотор, точно такой же, да? То есть разница просто в рестайле, в морде и в некоторых мелочах, да? Шифтер на них на всех завода или от комплектации? На всех, да? У Влада вверх-вниз. А, здесь только на переключение вверх, а вниз? Ну, вниз тоже можно кидать. Ну, я понял. А есть замеры 100-200 вообще, сколько идет? Пробовали замерять? 3,5, я думаю. 3,5, да? Ну, можно поинтереснее проехать. Я так попробовал по драге 3,5. Но 3,5 это с первой с места едешь, когда едешь? Подожди, 100-200, 100-204 секунды. 4 секунды. Это 0-100. 0-100, 3,5, да? Да. Ну, сейчас, интересно, сейчас да? Попробуем, заедем. Если вдруг что, тогда это, может быть, еще, если есть возможность приехать. Там просто сегодня ребята не приехали, которые тоже... Да, сегодня приехали. Должна была новая бэха приехать. Не получилось. Это товарищ вообще, по выходным чисто? Да, по выходным когда. Ну, может, на следующий выходной. По возможности, если будет возможность приеду. Сейчас будем писать историю. BMW S1000RR Stage 2, 190 килограмм веса, против Хаябусы Stage 2. Валы с ген второго поколения, так понимаю, да, тут стоят, типа? Валы? Да. Не, почему? Заказывал. Просто, ну, типа, да, эти валы открывают больше верха, потому что на ген третьем поколении злая середина. Сейчас посмотрим, S1000RR или Хаябуса. Разница в весе у водителей 40, почти 50 килограмм. Это пассажир. Плюс вес мотоциклов. 55 килограмм. Еще 60. 55 вес водителя. У него 70, во мне 130. И вес мото? 260 и
и 190. Так, готовы? Раз, два, три! Кто забрал? Сколько? Да ну на. Окей, понял. Давай. БМВ. Найди. Корпусов 10. Вот так вот на БМВ. А на сыре квикшифтер стоял? Да. А, ну может. У него только туда. Сюда нельзя. Ну сейчас еще и ходом сделают, и с места еще раз. Да, Жень. В смысле? А ты же сказал наоборот. Ох, Андрюха, петух. Хаябуса забрала 4 корпуса. Да. Козла, Хаябуса воткнул, а потом догнал, блядь. Да. Я смотрю, тут на бэхе такой прям, ну сейчас завалится. Ты меня снимаешь, что ли? Да. Я тебя все время снимаю. Не, Хаябуса страшно на нем ездить. Нет, даже слушать страшно смотреть. А что рядом сесть на нем, сзади. Ходом не пробовали? А сколько открыли? Квотер, квотер, я его проеду. Квотер. Спокойно. А дальше? А дальше он нас начинает догонять. Это на какой скорости уходишь уже? Я не знаю, я не смотрел скорость. Третья, четвертая начинаешь забирать? Ну я с третьей уже начинаю забирать. По-моему, четвертая, пятая. Ну ты, видно, охуенно прям пошел сейчас. Тебе начало. Оттуда хуже, отсюда лучше. Отсюда лучше, да? Отсюда ты квотер не сделал. Отсюда. Давайте еще раз сделайте, да, закрепим. Сейчас проедут машины. Нормально, чтобы встали. Такого не было. Вообще куда пи***. Так, готовы? Раз, два, три! Подъезжай еще давай! Не суетитесь! Так, готовы? Раз, два, три! Он даже, видишь, чуть-чуть позже пошел, прям сразу где-то уже на корпус, а потом, Интересно будет с мотоциклом мне заехать. Пи***ц. Сначала с мотоциклом поехал, ланч не сработал, потому что я хуй натворил там просто с двух. А видно, не тот старт был, не как тот, должен. Вообще не тот. Там, когда М2 включаю, нельзя больше КПП трогать. Он стоит в ручном режиме, но с ланча он пойдет сам включать. А я тронул коробку в автомат, и ланча хуй было. Песня. БМВ. БМВ. Слышь, а у них прям, заруба я и... Кто как поедет? Не повезет мухе, которая перед ним выскочит. Что-то не срослось. Пошел! Ходами не достает. Ходами не достает. С места видишь Хаябуса, а ходами не получается. Офигеть. Как так? Я не понимаю. Сейчас, если ливанет сотого, он же еще дальше будет. Да. Очень интересно. Прям очень. И туда БМВ забрала. Кому?
То есть видел при его весе, он аж у него встает. Прикинь, да, он вас ждут. Да. Ну считай, с пассажиром. Хороший заезд. С места с собой. Да. У нас BMW. С Хаябусы был уже, но сейчас с BMW пробовать. Друзья, заезд BMW M3 G80 Stage 2 на спирте 750 сил против BMW S1000 RR предыдущего поколения Stage 2. Готовы? Раз! Я сейчас коробку порву, ёб вашу мать, блять. Готов, надувай. Готов. Раз, два, три. У Димана ланч не сработал, но я переехал несколько раз, видел, блять. Я остывать. Коробку порву на. Слушай, я так коробку себе просто разорву, если мы будем, блядь, по 10 раз переэтывать. Подъезжай, так нельзя делать куста, мне. От куста старт. Готов? Готов? Надувай. Ну чё за пи***ц? Зачем ты на один стартуешь? Зачем ты фальстарт даешь? Ну пи***ц просто. По факту 1-0 уже за тобой. Тут он сам фальстарт и 4 делает. 4 ланча уебал, да коробку не порвал. На... Деньги в трубу. На... Сейчас еще раз получается, не получается, все. Ну сколько можно? Он дергается на 2, потом бросает. Так ты дернулся на 2, ехай, блядь. Он, я ему сказал, ты меня скорее всего не догонишь, блядь. Чего он хочет здесь изобразить? Ну? Ты если даже раньше едешь, езжай, блядь, не тормози. Готов? Готов? Раз, два, три. Короче, ровный старт, и потом он достал меня на 200, вылез вперед, но он от меня как-то, я бы не сказал, что уходил, но у нас фура была впереди. Я даже до этого не доехал, до финиша, начал оттормаживаться, он ушел влево на обгон фуры. Короче, какая-то херня получилась. Еще ближе, я тормозить начал еще до тебя, у меня скорость была 267 где-то. Метров 100 туда, потому что я 270 набрал еще где-то там, и уже фуру упираюсь, торможу. Не слышу. Отстаните отсюда сейчас, да, я буду... Давай ходом сюда, поехали. Поехали. Вы топили. Предлагайте, давай быстрее сейчас наберем, успеем. Давай. Не, сделаем, нет, так не топите до конца, Диман, да пи***ц. Я же говорил, у той посадки уже не надо. Все. Ты с 300 наверное, до нуля, ебану, ебану. Это он, блядь, не фартовый этот чувак, блядь. Давайте сейчас еще не заезд с места и все, закругляем. Ехал я до 285. Давай,
отсюда и ходом сюда. Да, где-то 270 что-то я тебя прохожу. Сильнее, не знаю почему, хотя у них было пару заездов, когда он Хаябусу проехал. Давай с полтинника, 80 у меня между передач, мне либо надо там 50-60, либо сотка. Давай сотку. Сотку мы заебемся набирать, давай, опять тормозить не будет. 80, да? Полтинник или 60? Ну давай, давай. Короче, махай. Махай же, пойди. Года поехали. Корпус. Два. Три. Я торможу. Там места нету. Ходами ты злее, чем он. Ходами ты злее, чем он. Я не понимаю, как он тебя два раза объехать мог. Он так не уходит ходом от меня. Что было? А? А с места? С места до 285 не достал. До 285? Не достал. До 285 не достает. С места, с места, да. Ну что, я зиманул? А не знаю, сейчас спросим у него. А он делает за 300 или он 2.99 показывает и все? Да, да, да. Делает, да? То есть он даже... 2.99 на спидометре. А, он дальше идет. Поедете, да? Готов? Готов, надувай! Раз, два, три! О, хорошо, бля! Что касаемо заезда, значит, смотрите, BMW в середине едет лучше. От BMW я выпрыгиваю, и он меня достает, и достает прям активно, прям быстро приближается. Но когда скорость заходит за 200, BMW что-то от меня уже как-то это, но он перестает догонять. То есть он раньше рвет дистанцию. Хаябуса рвет дистанцию позже. Но она настигает потом жестче. Слушай, разные мотоциклы совсем. Пи***а. Он меня доставать начинает раньше, но когда скорость уже сильно большая, он выдыхается. Ты до 200 как-то неактивно, но потом прям, блядь, с набором скорости она, по-моему, сильнее, чем у него. То есть... Слышь, я еще классненько стартанул, прям, блядь, ты выплывался. Я 290 сделал, нахуй. А? 290 сделал. Но нужно заметить, что на Хаябусе пилот весит 130 килограмм. Посади туда такого, как я, она, естественно, меня уничтожит и очень быстро. Заедешь, я остыну чуть-чуть. Да, или с места еще попробуешь догнать меня. Его? Меня. Ну, хочешь, давай попробуем. Давай еще разок с места. Оттуда же. Да. Давай. Готов? Готов. Раз, два, три!
красавчик. Да. Бля, труба белая, на. Внутри, глянь. Просто белая, бля. Видно, моторчик дышит тем, чем надо, нахуй. Я уходил, блядь. Ну, как бы ты еще на хвосте висел, не так, что я, блядь, ушел, а ты на хвосте. Не, я не проходом. Я сравниваю с места заезда. Ты очень быстро приближаешься до 200 ко мне, когда мы с места едем. Он обычно нет. Ну, зато после 200 он очень быстро. А ты нет. Да твой после 200 так не едет. После 200. Как-то у меня ощущения такие, что у него до 200 он похуже, блядь, а у тебя порезвее 200. А у него, наоборот, после 200. Смотри, а мы ходом с ним ехали, и там скорость уже после 200, и он меня догнать не может ходом. Видишь? Ну подожди, там один раз я тебя обогнал, два раза ты меня обогнал. Ходами. А с места я тебе все три раза взял. Ну потому что я на спорте ехал на пятом. Давай с места. Давайте сейчас попробуем, да, с места. Давай с места и с ходу еще. Да. По заезду заедем и все. Со скольки ходом? А? Со скольки ходом? Так, ну что, BMW S1000 RR забрали сотым бензином. Реванш с места. Ну, не знаю, как со слов Димона говорит, ничего не поменяет. Сейчас посмотрим. Я все-таки думаю, что квотер, да, будет. Если при равном старте, то победит сильнее. Готовы? Я говорю, то ли он сейчас на ней лучше поехал, то ли Бэха на пятом лучше ехала. Непонятная хуйня. Не знаю, я говорю, по моим ощущениям, BMW быстро делает до 200, потом не особо. Хаябуса не быстро делает до 200, а потом до конца, да. Вот то есть она, когда проходит, и дальше идет, да, если проходит? Меня BMW с ланча достает раньше. А-а-а. Но толку нету. Уже скорости высокие, у меня досталось сделать уже тоже. А, уже и не можете обойти, он да? Не может уже, да. Вот. Но по моим ощущениям, так, да, он может другое говорить, я не знаю, потому что. А Хаябуса, типа, если обогнала, ей дальше. Хаябуса меня не достает раньше. Она меня достает пиздец, как поздно. Ну и она, получается, у меня скорость там 260, он, блядь, еще едет, но приближается ко мне, понимаешь? То есть вот BMW, если типа не догнал меня до 220, он уже все. Хаябуса пиздец дальше нахуй. Так, готовы? Готовы? Давайте. Раз, два, три. Хаябуса забрала, по-моему. Стойте, блядь! Ну-ка, нахуй! Они еще своим ветром останавливают. Опять Хаябуса. Я говорю, он, наверное, на пятом лучше ехал. Понял, хуй? Либо ты подухрил BMW чуть. На BMW. На 30 градусов, Серёг. Что? И чё, и так, и так? Ну мы ходом едем, мы два раза с места и два раза в... Значит, я не ошибся. По моим ощущениям, блин, всё сходится. Так, ребят, смотрите. Я скажу, готов, махнёт. Готов, да. Раз, два и три, стартуем. Готов? Готов? Раз, два, три! Как думаешь, шито или нет, Диман? Бэх, да. Конечно, шито. Да? Ну, конечно. А если просто сажу выбить? Будет дымить? Дымить будет, но не так. Да? Будет по лайту. Не, ну у него бы и не показал этих цифр тогда, да, вот это? Будет поддымлить, а я не знаю, какие у него цифры. А не, у него уже мощность на 400, видишь, сила отшита, это хуй на БТ. Ну, это значит, хорошо зашито. Да. Это значит, что у него синхрон коробки с двигателем сделан. Когда не синхронят коробку с двигателем, когда, типа, мотор говорит коробке, что этот, я тут еду, у меня тут моменты 400, и тут такие толчки, блин, хуй, в коробку. Тогда как раз, по-моему, приборы эти не расширяются. А у тебя на приборах сколько написано? 400, сколько? 500 почти? У меня на приборах было до 480 лошади. Ух, да. А момент до 900, по-моему. Ну, а у него на Stage 2 есть 350, 360, да?
Это... Stage 2. Это дизель? Да. Stage 2. 350-360, да? Это какое поколение? G? Да. Как у тебя мотор? G-поколение. А я не знаю. 350-360, по-моему, у тебя 300, было, да? Там 40-350 сил. Первый стейдж, ну, лайтовый бывает 330. А второй даже таких машин, отойди, отойди. Таких машин даже у нас не попадалось. Да, да, 30. Они все стейдж 1. Ты готов? Ты готов? Давайте. Раз, два, три. Как заехали? Нормально. Нормально? Ну что, друзья, заезды подошли к концу. Было очень круто, быстро, эмоционально. По мотоциклам хотелось бы отметить то, что Хаябуса меня удивило. Потому что говорили, то, что ген третьего поколения появилось. Оно никуда не едет. Денис перепробовал много мотоциклов. У него были Хонды, у него была первая Хаябуса еще давным-давно. У него была Априлия, которая едет там очень круто. Она также была на Stage 2, но она его... Не то, что она его не везла. То есть он сам говорил, что нет низа, вообще едет только вверху, с места стартовать на ней вообще невозможно. Хаябуса его устраивает по всем критериям, я сам не катался, мод топовый. Он заехал с Джиксером, заехал с BMW, наконец-то все просили, кто там скажет, да вот это BMW не едет. Ребят, приезжайте. Человек ехал со Скола покататься, кайфанули. Да, было немножко сумбурно, эмоционально, но заехали. Этот BMW очень быстрый, пилот весит. Ну, адекватный вес, то есть он там не огромный, не за 100 килограмм, умеет управлять своим мотоциклом, он на нем ездит уже давно, также и Денис. Можно сказать, что на Хаябусе вот там Дэн весит много, но нет таких оправданий. Он сказал, да сколько бы я ни весил, приезжайте просто кататься, получать удовольствие. Зачем еще нужны суперспортивные мотоциклы, зачем их покупают, улучшают, чтобы они просто стояли или показывают драги, это бредятина. Поэтому я считаю, что заезд был очень хорош, Хаябуса едет и BMW едет. Самое главное, Диманова М3, сколько было заездов, честно, даже за нее начал переживать уже, высокая температура была на улице, сколько он на ней свалил со всеми, он измором брал мотоцикл атмосферно, поэтому, друзья, всем спасибо за просмотр, если у вас быстрые машины, Диман готов с любой, если у вас быстрые мотоциклы, Хаябуса также готова заехать с любым, еще раз всем спасибо, всем пока.